Друзья, всем привет! Приехали в сад. Не знаю, слышно меня, не слышно. Кстати, настроил я, не настроил там шумоподавление. У меня на домашней-то записи стоит. Там разные режимы, но на домашней записи стоит выключено. Ну, в случае чего ветер если будет. Да? А ты что так поливаешь? Я вот сейчас покажу, все тебе скажут, что так нельзя поливать. Не показывай? Да, не показывай. Вот, друзья, это Света поливает все вообще. Насадку вот так насадку поливает. Товарищи, я отойду. Ну ладно, пусть Света поливает, короче. Пойдемте, я вам сейчас теплицу тут покажу. Что тут Света насадила? Света, мама, бабушка тут все посадили. Вот это вот какие-то китайские огурцы. Ну, я не знаю, что они тут. Но они вон цветут, вон, видите там. Пока что им еще цвести, цвести. Тут вот маленькие еще. Кто-то, может, уже урожай собирает. Но мы пока что еще не собираем. Че, закрывать калитку-то? Но. А, ну, пойдемте. Блин, неудобно это, держалка, короче. Надо держалку какую-то прикупить специально. Неудобно мне так. Понесем с вами лейки сейчас. Вот эту вот. Вот эту вот лейку понесем. Давайте я вам лучше вот так вот буду. Смотрите, Света там все поливает. Света там вообще все заливает. Смотрите, друзья, какая погода. Солнышко светит. В харю. Тут можно уже на сноуборде, короче, кататься. Света тут все заливает, заливает. Она уже все полила, все полила, все залила. Тут жара вообще. Сколько вот здесь? 38 то точно есть. Нету 38. Видите сколько? Почти 30. Поставил режим, короче. Да, у нас, кстати, земляника. Надо со Светой ходить, я-то не знаю, что. Все, закрываю. Калиточку закрываю. Ты что там вообще жестишь? Картошка-то вот, видите, чуть-чуть только выросла. Но у нас картошка, короче, ее надо было раньше доставать. Она вот, видите, маленькая какая еще. Ну вот, смотрите, вот рука у меня и вот картошечка. Она еще вообще малышечка маленькая. Я могу показать? У соседей какая выросла, а? У нас сорт другой, ну у нас германская картошка. Да я говорил вам уже. Сестра угостила. Я сейчас вам покажу у соседей, какая картошка. У них вообще уже окучено. А эту картошку нужно просто доставать чуть-чуть раньше, потому что, смотрите, ворона вон. Видели ее? Вот у соседей, смотрите, какая картошка большая. У них большая картошка. Ну, прям видно, да? Даже показывать не надо. У них большая. А, сейчас покажу, что мы еще сделали. У нас тут, кстати, если что, курить нельзя. У
Смотрите. Ну, вам, наверное, там не видно будет. Что там написано? Это РЖД. Там Свердловск, Тюмень. Ну, короче, разные. Вот я вот так сделал. И вот так до самого низа. 9 штук, короче, их. И вот там мы гирлянду сделали. Ну, видите, да, вот она идет. Вот она идет, 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 идет. И вон туда. А здесь, смотрите, рога. Если что, писать там, прикалываться не надо, это не мои. Это ваши. Кто напишет, ничего не значит, это ваши рога. Пойдемте к Свете посмотрим. Что Света делает? Света же тоже контент запиливает. Ее надо тоже запилить. Послушаю завтра на компьютере, слышно будет, не слышно. Вот сейчас, кстати, ветер дует. Не знаю, стоит у меня там какой режим вообще. Света, смотрите, как поливает жестко вообще. Автоэкспозиция. Света. А где эта ягода-то? Я ее видел. Замочишь все? Все и всех? Где? Вон, смотрите, только одна ягода покраснела. Вот, видите? Света мне говорит, к землянике сходить. А где она живет-то? Где? Вот смотри вниз, наклоняйся. Ты ее как так увидишь? Я ее даже не вижу. Друзья, вы видите листья земляники? Ну вот, вот эти вот, что ли, которые. Так ягод-то все равно нету. Я вам могу муху снять. Ромашки спрятались, поникли лютики. Да где? Я не знаю. Ну вот земляника. Это же земляника, друзья. Вон Света земляника. Сейчас Света покажет, где раки зимуют. Давай. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Вон земляника, друзья, товарищи. Смотрите, я отстрелил ее одну. Вкуснота. Сладенько. Вон тут ее много растет. Ой, я еще нашел. Вон, смотрите, где она. Вот, смотрите. Вкусная. Но она сладкая. Нет, Света нарвала недавно, она сладенькая такая. Да, вот здесь у скамеечки, она, видишь, везде растет. Вон, смотрите, тут сколько ее! Да, и вот здесь вон в траве она тоже. Вот земляничка. Вкусненькая. Вон здесь еще растет. У скамеечки, главное, почему-то растет. Вон, видите? Тут у скамейки запасных она растет. Да, и вот здесь тоже. Ну тут у нас рядом туалет. Вот она, наверное, растет. Туалет. Ну, как говорится. Удобрено. Ты куда пошла-то? Дальше землянику показывать? А, нет, а я-то за ней пошел. Я думал, она пошла дальше землянику показывать, где еще растет. Смотрите, Света как бежит. Ее вообще не догонишь. Как говорится, она вообще как на беговой дорожке. Ну, кстати, я качество-то уменьшил, а это... Не так батарея хоть тратится. Как говорится, за 10 минут 10% улетело. Ой, 20. А, друзья, надо еще палки убрать. Вот эти вот. Мы просто со Светой тут в игру играли. Ну, в дротики. Ну, вот это, мы дротики наши.
Мы дротили их. А кстати, друзья, напишите в комментариях, вы дротите? Ну не без этого. Ну этот прикол такой есть. Кто понял, тот понял. Кто смотрел, тот прикол. А кто не смотрел, тогда я вырежу. Сейчас унесу. Баньку затопил, сейчас баньку пойдем, друзья. Что у меня за экспозиция включается? Не надо мне никакую экспозицию. Не помню, вот пострел я, что у меня там записывается, не записывается. Ну, в смысле этом. Перчатки? А где они? Где новые-то? Вот эти что ли перчатки? Вот видите, у нас тут под мангал, мангал вот стоит. Скоро шашлычок будет, шашлычочек. Миско будем кушать. Смотрите, тут что растет. Зеленушка, салатик, укропчик. Света, а тут что растет-то? Сельдерей. Ну, тут все что-то растет. Вот Света. Вид сзади. Вот вода. Ну я бы туда нырнул, но у меня тут это насадка другая стоит. Вода-то теплая. Ты это в баню-то подкидывай, если что. Подкидывать? Да, я пока что. Надо проверить, да? Травку убираю, да. Друзья, пойдемте проверим, что там в баньке. Блин, надо все-таки, короче, купить эту. Не селфи-палка, это по-другому называется, забыл. Как-то мэ-мэ-мэ что-то. Забыл. Короче, кто, если знает, тот это, ну, тот знает. Пойдемте посмотрим, что там у нас. О, шай, это вообще. Ну, еще нормально. Ничего пока подкидывать не будем больше. Пусть пока горит. Что-то взяли этот, короче, мафон в сад. Что-то он не включается. Фирма-то вообще, да? Фирма. Потом вечером, когда стемнеет, я включу, ну, со света включим эти огоньки, да что, посмотрим, как будет светиться. Ну вот, кстати, да, качество меньше сделал, батареи намного хватит. Ну, там написано, если записывать на малом качестве, то это, ну, дольше хватит. В общем, давайте. Сейчас, как только начнем жарить шашлыки, я включусь. Не пропадайте. Друзья, что-то Света еще мне хочет тут придумать. Ведро? Там, что ли, в сарае? А ты что хочешь сделать? Сорняки? Друзья, Света, короче, это хочет прополоть все. Все на свете хочет прополоть. Ну пойдемте посмотрим. Ведро и какое-то на. Так, заходим сюда. Вот это ведро возьмем ей, да?
Все, калиточку запиливаем. Все, идем. Смотрите, у нас погода какая. Холодина вообще. У меня даже лысина мерзнет. Ты что, где спряталась? Тут здесь, что ли? Спроси, может, тебе подскажет капусту. Капусту чем можно опрыскать, чтобы сервисы не ели? Друзья, Света спросила. Капусту у нас, смотрите, все сожрали. Чем можно ее попрыскать? Может, кто садовник, садовод? Может, кто знает, чем попрыскать надо? Да. Чем можно попрыскать? Света-то видите какая? Это вам не просто Света. Она сейчас тут все переполит. Вон тут гороха, вон видите, сколько гороха. Баня-то топится? Да, у меня топится там. Подкидываешь там все? Ну, подкидываю. Я уже друзьям, товарищам показал даже. Баньку? Ну, что подкидывал туда? Там жарево идет, там же это, целый брус лежит. Он же, знаешь, как долго будет гореть? Это редиска. Да, это редька. Это редька? Да. Да, редька, редиска, это же все одно. Это ж, как говорится, о, смотрите, смотрите вон. Мяу, мяу там идет. Мяу, мяу, говорит. Ух, скользко как. Видите? Вон, вот идет. Мышь, видать, нашла. Света, ты тут вообще все полила, тут кататься можно. Сноуборд не купил? Да, все купил, сноуборд. Ну, сноуборд-то мы уже, что покупать-то будем? Ну, скажи, почему ведро-то у тебя такое лямка? Ведро Бедросович? Вдруг кто-нибудь спросит. Кто-нибудь? Сейчас, сейчас уже спросят. Вот. Почему оно? Какое? Не знаю. Давайте Свету из-за лука снимем. Смотрите, как красиво, да? Света из-за лука вышла. Или лук из-за Света. Света, ты вообще как... Тут вообще это, контент сейчас пилится жесткий. Ну ладно, Свету не будем больше снимать. Давайте, что-то если будет происходить, я вам запилю. Шашлычки жарятся. Потихонечку. Помаленечку. Как говорится, потихоньку, помаленьку. Как говорится, жара подадим им. Вон Света. Видите ее? Вон. Вот уже как пожарились. Вкуснотой пахнет. Друзья, прошло уже минут, наверное, 40, как я снимал. Света все перебирает травку. Я не перебираю. Я убираю ненужную. Вон, видите, Света убирает. Там что-то ненужное она видит. Да? Корешки всякие. Петрушечку, видишь? Укроп, точнее. Ну, я всю зеленуху называю петрушечкой. Так, нечего перебирать. Вон, смотрите, сколько она перебирала. Все, я все сделала. Все 25 грядок. 25 грядок она сделала. Вы сейчас мне скажете, не, чтобы помочь. Да как ей поможет, она убегает. Даже помочь ты ей никак не сможешь. Давай я ее вывалю хотя бы. Нет, сама уже. Ну так поэтому я тебя люблю. Сейчас Света будет сама вываливать. Вон, смотрите, она уже тут навываливала. Вон сюда вывалила.
давай я хоть ведро уберу уже. Сходи, убери. Да нет, сама убирай. Да. Ну, в туалет мы не пойдем уже. Друзья, товарищи. Ну, картошка, видите, да? Еле-еле всходит. Но это сорт такой. Это германская, я вам говорил уже. Она всходит очень долго. Ее надо заранее доставать. Не как обычно вот нашу картошку. Ее надо за какое-то время, короче, доставать. Ну как, обычно, допустим, достают там за какое-то время. А эту надо заранее доставать. Еще раньше, короче. Ну, короче, вы меня поняли. Это вот все те крылья, которые мы тогда брали. Света, кстати, говорила вам, нет? Света тут вычитала, что вот этот, короче, лист хрена, его это, ну вот желательно, конечно, молодой, его берут, короче, и измельчают, и типа с майонезом делают, да чё, ну как соус какой-то, ну я не знаю, там, знаете, если посмотреть, там можно даже вот эту вот травку-муравку, вот эту травку, можно просто ее есть. Вон Света опять. Я вам всегда показываю. У меня тут экран просто маленький. Там на телевизоре или где вы будете смотреть, конечно, будет ее видно. Красота. Лепота. Приколюхи. Шашлычки у нас пожарились. Шашлычочки. Зеленушечка. Вот такая шедевральная. У-ху! А это что? Вкуснота. Покажи бутылку-то. Да, что тут показывать? Ну, просто. Реклама? Не. Знаете, говорят, не реклама, я говорю, реклама не. За мое дню рождения. За мое дню рождения. Ё-по-ё. За мое дню рождения. Оно у меня 21-го. Пьем заранее. Заранее нельзя, а у нас можно. Ух ты, шпары где-то еще. Горячущие. Горячие. Вкусно так еще. А ты вот и стой, слюни облизывай. А соседи вот контент запиливают. Конкретно. Потом соберу. Картошечка. Чесночок. Кинза. Лучок. До завтра будем перебирать. Сейчас.